Всем здрасте. Всем здрасте, кто с нами здесь. Те немногие, кто онлайн. Сегодня... Сегодня продолжим разговор про Цепи Маркова. Для тех, кого не было, сначала повторим то, что было, то, что нам понадобится. Напомню, что такое у нас было Цепи Маркова. Есть какая-то система, которая случайным образом с разными мнениями может принимать разные случайные состояния. Мы эти состояния, которые у нас было в конечном либо счетном множестве, мы их всех перенумеровали и получили, что последовательность Цепи Маркова — это просто последовательность чисел, которые могут принимать какое-то множество. V1, V2 и так далее, конечное либо счетное. И обладающие тем свойством, что если мы находимся, неформально скажу, если мы в какой-то энтерменной времени находились в состоянии И, то вероятность того, что мы в следующем состоянии, в следующем энтерменной времени, плюс первом, окажемся в каком-то другом состоянии G, то эта вероятность определяется только тем, где мы находились в настоящем времени, и не зависит от того, как мы сюда пришли. Любого состояния, первого и первого. Мы, находясь в настоящем времени N, в состоянии I, забиваем то, что у нас было раньше, и вероятность перехода в состояние G зависит только от того, где мы есть сейчас. Напомню наше обозначение. За P джитое. Обозначение вероятность того, что в первом времени мы находимся в состоянии G, если в нулевом времени мы находились в состоянии I. И так как эти вероятности у нас были независимы от момента времени, в котором мы рассматривали процесс, это было также равно x вероятности того, что n плюс первом времени мы находимся в состоянии g, и условия, что в n плюс времени мы находимся в состоянии g. Для всех n-сфинов, для всех n больше или равно g. Получается, вот эта штука, это у нас было просмежительно. Вероятность перейти отсюда сюда. Из этих вероятностей, то и жидких, мы составили матрицу P большого. Больше барабан единицы, и там до N, пробегает все наше состояние. Конечное, либо счетное. Такую матрицу мы называли матрицей переходных вероятностей для нашей Цепи Маркова. Она являлась стохастической, то есть сумма всех элементов. Во-первых, все элементы этой матрицы пережитые были не отрицательные для всех пережитых. А во-вторых, сумма по строке пережитых, получается, по G, равнялась единице, любого. Второе условие означает то, что мы, выйдя из состояния I, куда-нибудь обязательно перейдем в какое-нибудь состояние G. Матрицы вот обладают такими двумя свойствами. Также мы посмотрели наш процесс немножко под другим углом. И ввели следующие. За P0 мы обозначали вектор настоящей и следующей вероятности того, что x0 равно нулю. Это вектор, который называется начальным распределением сети, цепи, и он состоит из вероятностей в нулевом момент времени оказаться в нулевом, в первом, в втором состоянии и так далее. Соответственно, можно также определить вектор P1, это вероятность того, что в первый момент времени
Мы находились в нулевом состоянии, в первом, и так далее, и в этом. Всем делать. Всем возможным состоянием. Ага. И, соответственно, в этот момент времени это вектор состоящей вероятности цены в углу и так далее. N, одно N. Это распределение цепи в этом момент времени называлось. Примерчики, которые мы рассматривали, у нас была какая-то там цепь про страхование. И мы считали эти распределения. Оказалось, что вообще говоря, распределила формула, что распределение цепи в n момент времени, n плюс первый момент времени, можно посчитать множить распределение в n момент времени справа на матрицу P. Вектор умножаем справа на матрицу. Получилась такая штука. Для нашей задачи. Для нашей задачи мы посчитали несколько первых распределений цепи, и оказалось, что со второго, наверное, момента они все между собой совпадают. Типа у нас было, что 2, 0, 3, и так далее. Ну и для всех следующих моментов времени они тоже совпадают. Мы поняли, точнее, я закинула удочку, что такая ситуация, когда вот эти распределения стабилизируется в момент времени, с какого-то момента времени, в том смысле, что не зависит. Что вектор распределения не становится независим от момента времени. Такое свойство называется, такое состояние называется стационарным. Спасибо. Называется стационарным, и я обмолвилась, что такое положение вещей, что вообще-то существует такое стационарное состояние, характерно далеко не для всех цепей. То есть наличие такого вектора P, что P на P, что P равно P на P, стационарного, и не зависящего от наличие такого вектора для цепи Маркова, и тем более то свойство, что все распределения цепи в этом времени при настоящей бесконечности сводятся к этому пи, вообще говоря, не обязательно. И я сказала, что, может быть, когда-нибудь вам расскажу, когда такие социальные распределения есть, и к ним есть стабильность у цепи. Сегодня настал этот момент. Мы обсудим условия, когда это справедливо для конечной цепи Маркова, и посмотрим на симпатичный пример. Вопросы есть? Пока что все напомнили. Вроде все помните. Все двое помнят, которые были в прошлый раз. Это супер. Я никак не могу найти намочить. Собственно, будем держать интригу. Какие свойства? Это свойства неразложимости и апериодичности. Сейчас мы их обсудим и посмотрим на примерчик. С неразложимостью все очень просто. Цепь Маркова называется неразложимой, если из любого ее состояния можно перейти в любое другое за конечное число шагов. Не буду это, давайте не буду это писать, формулы. И так понятно, что это такое. У нас есть цепь Маркова, мы помним, что рисовали ее графом. Любое, первое, второе, третье состояние. Если из любого состояния за
какое-то число шагов конечное. Можно прийти в какое-то любое другое, получить это z неразложимое. Имеется в виду, что у нас вероятность не нулевая, да? Да, да, да. Ну, если я рисую стрелочку, то значит уже, что вероятность не нулевая. Стрелочек нет, вероятность ноль. Да, да, конечно. Я сегодня, наверное, не буду подписывать стрелочки, потому что, по-моему, нам будет не сильно важно какие-то вероятности. Ну, когда-нибудь как-то пишу. Но вот имейте в виду, что какие-то здесь какие-то вероятности, чтобы не загромождать. Ну вот, соответственно, на языке теории графов это сильно связанный граф. Неразложимая цена. Я не знаю, что такое сильно связанный, не знаю, что такое просто сильно, просто связанный граф. Наверное, это... Что типа такое есть, а такого нет. Ну, не знаю. Сильно связанный граф. Какая цепь называется неразложимая? Ну, что скажете, разложимая цепь или нет? А, ну давайте так. Только три. Да, стройки в бане придешь. Ну давайте стройки в бане придем. Еще? Да, ну, короче, как-то, наверное, так. А, ну вот, цикл, он, конечно, вот так вот, понятным образом выполняется неразложимая цепь, да и неразложимая. Давайте посмотрим еще на один бумажечек. Собственно, у меня примеров всего два. Один — это вот такой вот граф, а другой — это черный цикл Маркова, который начинается с нуля, один, два, минус один, минус два, и мы переходим сюда, 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 и обратно. Ну, короче, мы поняли. Туда-сюда можем из каждой точки перейти вперед-назад. У нас были вероятности по 2. Что скажете? Разложимая цепь? Разложимая. Откуда куда не можем перейти? Неразложимое, это мы везде можем. Вот это неразложимое. Неразложимое, да, любое состояние берете, как-нибудь мы туда подойдем. Просто двигать. Если вот так вот сделать, ничего не получится, да? Только на сторону пути обратно никуда не вернуть. Очень просто. Это неразложимость. Ну, разложимость — это и, соответственно, называется, конечно, не так. До Сигмаркова один класс, другой класс состояния. Это разложимость. Раскладывается. Вот это не раскладывается. Второе свойство — это апериодичность. Сначала посмотрим, что такое апериодичность одного состояния. Наше состояние и оно называется. Давайте так, раскручиваем деление. Апериодичное — нет периода. Что такое период? Период — это ну, в общем, да, это цикл, собственно, это путь из и в и. То же самое. Путей из и в и может быть много, да? Может быть вот такой. И еще вот такой. Можно пройти вот так, вот так, вот так, по-разному. Так вот, периодом называется наибольший общий делитель длин всех путей из и в и. Длин в смысле количества периодов проходимых. Вот, типа здесь 2, 3, здесь 1, 2, 3, 4. Ну, период 1. Да? Длина 2, длина 3, длина 4. Собственно, период — это наибольший общий делитель длин всех путей из и в и. Период нашего состояния и сверху, можно перейти. Можно перейти вот так, вот так, вот так, вот так, вот так,
и отсюда вернулись сюда. Если я правильно прочитала, то это 2, 3, 4. И период D получается. И это наибольший общий делитель тем временем. 2, 3, 4. Нам повезло, в самом первом примере мы получили о периодичном состоянии. О периодичном состоянии называется, если мы больше пути, выбираем длинность. То есть никакие пути, длинные пути не кратны. Или как это называется? Ну, как так называется. Нет наибольшего общего делителя больше длинности. Это апериодическое состояние. Ну, пример, наверное, стоило сначала привести для неопереческого состояния. Давайте в грустном состоянии и мы сможем прийти вот так, вот так, вот так, вот так. Давайте перевяжем. И период G движется в нот. Длин пути. 2-4, да? Состояние периодично с периодом 2. Нам нужны апериодичные состояния, как вот это. Соответственно, цель Маркова называется апериодичной, если все ее состояния апериодичны. Естественное определение, если мы знаем, что такое апериодичное состояние. Ну, давайте второй пример тогда посмотрим. Зачем я бы все буду писать? Сюда, 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 сюда. Давайте в каком-нибудь состоянии вот этого нуля посчитаем ее. Давайте. Также два, да? Да, ну да, давайте посмотрим, почему 2, 1, здесь 2. Собственно, из 0 в 1 мы, получается, идем плюс, плюс, 2. Если мы захотим пойти в 2, нам нужно 2 раза туда, 2 раза обратно. И в любое состояние, а раз туда, а раз обратно. Идем 2. Если мы сделаем еще вот так, петельку в 0, то будет делиться, да? Потому что будет длина 1 уже не впадает, скорее, будет апериодичное состояние. Замечательный факт. Если у нас есть цепь Маркова неразложимая, то для того, чтобы проверить ее апериодичность, достаточно проверить апериодичность любого одного состояния. Что-то Типа, если одно будет непериодичным, то и все остальные? Да. Ну, у сообщающих состояний один одинаковый период вроде бы. Это как-то просто делается? Ну, как-то делается. Вот, в общем, мы что-то подумали и не придумали, но это так. Как-то типа на картинке показать. Ну, в общем, вот. Если кто-то придумает, будет, наверное, как-то можно. Типа не доказывай, не прописывай, а просто на картинке. Понятно, что такое периодичность. У нас понятно, что мы сначала будем говорить неразложимость, а потом периодичность. Потому что периодичность может быть для одного состояния говорить. Ну и вообще, они нам нужны будут только для того, чтобы была сформулирована следующая теорема. Ну, для выполнения слова теорема, которая нам, собственно, и нужна, про которую я говорила. Наконечная. Сформулирована. Акцент. Если цепь Маркова
Периодично. Но существует то самое стационарное распределение, но единственное, то, что написано π, такое, что π равно π на π, оно не зависит от начального распределения π, и имеет несопоставимость πn к π, то есть распределение цикла в интервале времени со временем стабилизируется, перестает меняться, ну или не перестает, если у нас нет этого цикла, и становится близок к пи. Угу. Это здорово, когда у нас что-либо стабилизируется, потому что мы тогда больше понимаем, что происходит. Как мы можем что-то сказать про пи. Давайте обсудим вот что. Почему эксцент хожу мочить так, а сын как могу мочить? Почему без неразложимости и апериодичности может не быть стационарного распределения? Я ставлю. Вот мы рассмотрим такие примерчики. Первое — это почему нужна неразложимость. Очень тупо. Дальше, да? И, допустим, сюда. Может, нет. Может, нормально. Давайте. Посмотрим на вот такую картинку. Если мы начнем отсюда, наш путь, x0 будет равно, да? 0, 1, 2, 3. То мы пойдем либо сюда, правильно? Неважно, какие-то вероятности. Вход на любую вероятность, мы можем попасть сюда и сюда. Если мы пойдем сюда, то мы отсюда уже никак не заберемся. Если мы пойдем сюда, мы отсюда уже тоже не выберемся, будем вот здесь. И получается, что... Что получается? Наверное, буква, наверное, написала. Да, получается, что у нас типа... Мы либо прям сюда, либо сюда. Нет, нет, не хотите, Дима. Выними, пожалуйста. Вот так вот. Точно получится. Если мы пойдем сюда, в начале моего времени, то мы точно пойдем сюда и все. Если мы пойдем сюда, мы берем сюда и все. И у нас будет разное зачисление стационарное, да? И n будет стремиться в этом случае просто 1, 0, 0, 0, 0, 0. Здесь будет мигать туда-сюда между вторым и третьим состоянием. Типа зависит от начального настроения. Ну, знаем, что не придумал, например, какие-то красивые, может быть, и там все получалось. Что-то типа того. С апериодичностью все проще. Давайте я начну самый дурацкий пример. Вот такой. Туда-сюда. 0,1. И, допустим, мы начали, ну, тут уже без разницы, когда начинать, это симметрично, начали в нуле. У нас было распределение 1,0. Начали в нуле, значит, в следующем момент времени мы точно перейдем сюда. Будет 0,1. Отсюда опять пришли сюда, снова будет 1,0. И вот это как раз будет. И 0, и 1, и 2. И ясно, что ничего кроме 1,0,0,1 мы здесь уже не получим. С родимости вот такого как бы вектора по компоненту, по координатам ничего не будет. Не получится, если будет на распределение. И такие дурацкие примеры. То, что вы думаете, наверное, есть посложнее. Но нам, что будет сейчас главное, нам будет главное проверять апериодичность и несложность. И даже они вроде у нас как-то просто получатся.
На прошлом семинаре был какой-то, по-моему, невразумительный пример, зачем нужно составлять распределение. Собственно, сегодня будет пример, который использует по существу существование стационарного распределения в сети. Таким примером является PageRank. Что значит такой PageRank? Ваня знает PageRank, потому что у него был SysPo. Да, еще полгода назад. Еще полгода назад. А, ну кто тоже вас не знает, получается. Что такое PageRank? Нет? Ну ладно, сейчас узнаем. Собственно, PageRank — это алгоритм ранжирования выдачи поисковой сети. Вот я какой-то лист искала, например. И мне выдались, ну что-то загуглила, и мне выдались вот такие страницы. Первая, как обычно, Википедия, потом Википедия по-английски почему-то, потом еще что-то там. Потом уже почему они выданы именно в таком порядке? Как вы понимаете, там еще можно вниз пролистать, будет куча других ссылок. Но почему-то эти оказались выше. Собственно, почему они оказались выше? Потому что у них был выше вот этот самый PageRank. Что происходит? Все страницы в интернете имеют какой-то рейтинг, который один раз... Ну, я сейчас... Все, что я сейчас буду говорить, супер утрировано. Сейчас так никто не делает. Просто чтобы понять идею. Я еще про это буду говорить. Всем страницам в интернете каким-то способом присваивается рейтинг, на основании этого рейтинга они уволятся. То есть мы берем все страницы с рейтинг, мы смотрим на поисковую выдачу, если есть ключевые слова на странице, мы выводим их по убыванию этого рейтинга. Такая простая идея. Этот алгоритм был предложен Сергеем Брином Ларри, прежним создателем Google. Где-то там в 98-95 году, еще до создания Google, они тогда были аспирантами Стэнфорда, и есть прямо реально есть работа, можете загуглить. Сергей Брин, Ларри Пейдж, PageRank алгоритм. Он просто написан, потому что после сегодняшнего семинара он точно все понятно, что написано. Они не использовали аппарат Спимаркова в своей работе, и формулы получились те же. И сегодня мы будем изучать, как, причем тут Спимаркова, построим алгоритм. Вот. Алгоритм, его особенностью является то, что он никак не использует информацию, которая есть на странице. И он не видит, что написано. Он видит только ссылки. Ссылки с одной страницы на другую. И действует в том, что если на страницу много ссылаются, значит, она хорошая. Значит, она должна быть высокий PageRank, и ее нужно повыше PageRank. Но одно дело, когда на вашу страницу ссылается там Википедия, или там Google, или там Apple, а другое, когда чей-то блог, личный исходник. Поэтому нужно учитывать как бы вес ссылок, которые ссылаются на вас. И как раз идея стоит в том, что чем весомее ссылка, которая на вас ссылается, чем больше, тем вы весомее. Википедия. Ага, вот. Это я уже сказала. Что делается? Сначала считаются все пейдж-ранки для всех страниц в интернете, потом ищется, ну, когда выводит поисковый запрос, выбираются все страницы, на которых есть эти ключевые слова, и они выдаются по убыванию рейтинга. Ясно, что всякая еще реклама есть и все такое, но вот это вот чистый, первозданный пейдж-ранк, который бы был, если бы не было рекламы. Вот такая картинка есть в Википедии по поводу пейдж-ранка. Собственно, эти большие шарики — это веб-страница. Чем больше, тем выше PageRank. Так. Смотрим на страницу C, оранжевенькую. Она важнее, чем вот эта E, желтенькая. Хотя на E ссылается вот куча мелких вот этих вот фиолетовых. Но это понятно почему, потому что на странице C вам какая большая B ссылается. В этом еще раз демонстрирую идею, которую я вам рассказала. Чтобы понять принцип работы, мы рассмотрим с вами другую сеть, не всю сеть интернета, что-то с вами посчитаем, собственно, PageRank мы будем с вами считать, но для всех страниц в интернете, а для идеальной страницы в интернете, для идеального интернета, в которой существует только
таблицы, которые связаны с научно-популярным семинаром. Сейчас посмотрим, что мы можем было добавить. Если я правильно иду. Сейчас посмотрим. Собственно, первая страница, которая есть в нашей сети, которая будет в нашей сети. Что это такое? Почему не видно? А, понятно, почему не видно. Первая страница нашей сети. Это, собственно, наша страница нашей группы ВКонтакте. Уверена, что вы точно видели. Вот она такая есть. И это будет первая страничка в нашей сети. Некорректно на своем паблике, это группа. Я вообще не знаю. Какие ссылки есть на этой нашей странице? Сейчас все будет утрировано, просто чтобы было весело и мало всего рисовать. Во-первых, наша страница ссылается на три наших странички ВКонтакте. Мою, Павла Игоревича, Паши и Димы. И, во-вторых, она ссылается на страничку кафедры, страничку семинара на сайте кафедры теории вероятности. Давайте это здесь приблизим. Собственно, мы ссылаемся на Диму, Пашу и страничку нашего научно-популярного семинара. А, ну я не сказала, да? Причем тут Свет Марко. Вот это, конечно, да. Собственно, причем тут Свет Марко? Нужно сейчас, видимо, остановиться чуть-чуть. Как будет устроено наше дальнейшее действие? Собственно, цвет Маркова — это, мы будем считать, случайного какого-то пользователя, среднего пользователя, который случайно блуждает по страницам сети. Он вкладывает на какую-то страничку, видит на ней ссылки и случайным образом, равномерно выбирая из ссылок, переходит по ней и так далее, носится туда-сюда. Соответственно, узлами состояния нашей цепи будут веб-страницы, а вероятности перехода это, ну, и переходами будем считать ребра. Ну, тут все просто, мы просто будем полагать, что мы по каждой ссылке переходим с одинаковой вероятностью, там будет. Один на ка, если всего ка ссылок. Ну и по пейдж-ранкам наших страниц будут стационарные распределения этих страниц. Потому что... Почему так? Потому что если мы посмотрим на распределение цепи вентовыми времени, вероятность xn равна 0, и так далее, xn равно 0. И вот эта вероятность xn равно n, чем она, ну, как бы, чем она больше, в итоговом распределении при больших n, тем мы считаем с меньшим весомым. Чем больше вероятность в итоге на ней оказаться, тем она должна быть выше в нашем рейтинге. Вот. Сейчас мы построим цепь Маркова. Ясно по тому, что рассказывала, что не факт, что у него есть постоянное распределение. Нужно проверить, будет не разложена вся периодичность. Давайте мы ее построим, посмотрим. И придумаем, что бы такого сделать, чтобы точно было состояние распределения, а потом мы посчитаем. Только понятно. Хорошо. Так, это я просто забыла сказать. Ну и теперь мы точно знаем, как ее построить. Из нулевого состояния мы переходим в первое, второе, третье или четвертое, соответственно, с вероятностями по 1/4. Ага. Вроде у меня написано. Ага, по 1/4. Что у нас дальше? Ага. Дальше мы предположим, что со странички кафедры на сайте мы можем еще перейти на сайт кафедры теории вероятности. Вот он такой красивый. Ну и пусть мы можем перейти вообще только туда, со странички нашей кафедры. Туда вероятность 1.
Простовато, посмотрим дальше. Посмотрим теперь на наши странички, куда мы с них можем перейти, на что-нибудь, что связано с нашим, с нашей группой. У нас Дима первый. Простите, Паша и Дима, что показывали ваши странички. У Димы на страничке нет ничего, куда мы можем перейти. Но мы с Пашей есть у Димы в друзьях. Это как бы тоже косвенно связано с нашим семинаром. Давайте будем считать, что с Димой на странице мы можем перейти к Паше и ко мне с вероятностями по половине. По одной второй. Вот так. Дальше у нас Паша. Паша больше имеет отношение к нашим популярным семинарам. Во-первых, мы есть оба у него в друзьях. А во-вторых, он сделал репост записи, чем заслуживает 3 стрелочки на нашем графике с вероятностями по... Ага. Осталась я. Я подготовилась. Мои странички. Мы можем снова перейти к Диме Паше. Мы можем перейти в нашу группу, потому что я сделала репост. И я еще сделала ссылку на страничку нашего научного популярного семинара. С одной стороны, чтобы было не одинаково, с другой стороны, возможно, у меня за это появится преимущество, и моя страница в итоге будет выше рейтинга. Посмотрим. Собственно, перехожу на 4 странички. Дима, Марина, паблик указ от МПС, все вероятности по 1/4. Такая у нас получилась цель. Такая у нас получилась сеть интернет. Сейчас мы будем считать матрицу переходных вероятностей. Давайте посчитаем. Так, против больше никуда не будут. Собственно, вот такая у нас получилась сеть. Сейчас мы будем искать стационарное распределение. Мы сначала поймем, может быть, надо сделать. Сейчас пишем матрицу переходных вероятностей. Из нуля мы переходим в ноль с вероятностью 1. Еще мы можем определить 1/4. Ага. Первые 3, да? 1/4, 1/4, 1/4. Придется ее написать. И еще... Да? Давайте напишем и придемся. Дальше. Дальше у нас на очереди Дима. Дима переходит... 0, 0, 1, 2, 3. Дальше Паша. Паша переходит 1/3, 1/3, 0, 1/3, 0, 0. Марина. 1/4. Марина, 1/4, 1/4, 0. Ну и тут у нас получается сайт МПС просто переходит 0, 0, 0, 1. Сайт кафедры не переходит. Первичная матрица переходных реальностей выглядит так. Правильно. Беда? В чем беда? Последняя точка у нас же единичная. Да. Все, да. По всем срокам должны быть суммы единички. У нас здесь только нули. В этом проблема. Это, не помню, как, не знаю, как называется по-русски, такие страницы в интернете, с которых нет ссылок исходящих. Вполне естественно, да, ну, куча таких страниц, по-моему. Вот я не помню, это статистика тогда 98-го года или сейчас их типа порядка 85% всего вообще во всем интернете. То есть ясно, что с ними нужно что-то делать, тем более у нас сейчас не матрица переходных вероятностей. Можно поступить несколькими способами. Первый — это просто сделать петельку в себя. Второй способ —
которым мы будем пользоваться, это попадая на такую страницу, наш случайный пользователь такой, ага, некуда идти, и переходит на любую другую, переходит одновременно на любую другую страницу вообще в интернете. Это такой, ну блин, ну ладно, пойду куда угодно. Собственно, вот так у нас отражается, уже сложная картинка, больше не будем ее усложнять. Всего 6 состояний, мы как будто сбрасываем всю эту историю и снова начинаем наш путь с вероятностью 1/6, 1/6 в любом состоянии нашей цели. Такая матрица. Ура, она получилась статистическая, то есть это у нас сет марк. Для того, чтобы найти социальное распределение, осталось проверить. После перерыва, наверное, можно продолжать. Давайте вот эту матрицу, которая на доске написана, она понадобится, и я ее буду обновлять. Померяем. Может, не понадобится. Вот до чего мы дошли. Теперь, чтобы у нас было уцепительное распределение, нам нужно будет проверить ее неразложимость и апериодичность. Начать нужно с неразложимости. Вот здесь, по-моему, я так посмотрела чисто на сам граф, она вроде получается неразложимая. Не получилось мне придумать примера смешного, чтобы там была разложимая цель. Но я просто вам скажу, что она может быть разложимой, просто вот, в абстрактном случае. Проблема в том, что могут быть вот такие вот штуки, когда у нас какая-то есть подсеть, которая вообще никакими ссылками не связана с нашей ссылкой. Очень легко может просто сами создать две странички, как там рисованы, и друг на друга ссылаться, и все. Понятно, приплыли, они не связаны с нашей большой сетью. Не получилось, но вот я их нарисовала. Не буду их сюда включать. Просто показываю, что может быть такая ситуация. Вполне себе стандартная. Что делают в этом случае? Нужно составить... Ага, вот этот PSL нужен у нас. Тренировалась в техе, имела разные значки. Почему это... А, нет, все. Поступает следующим образом. Сейчас найду формулу, мы ее обсудим. Исходную матрицу преобразовывала следующим образом. Добавляет звездочку. И берут вот такую формулу. У нас... О, n – это матрица из единичек, n единичек, а d – это какой-то параметр. Его берут 0,85. Почему? Я не знаю. Просто так написано. Берем 0,85. Можно брать любой другой меньше единицы. Давайте посмотрим, что это такое. Если мы возьмем вот эту вот O, n и внесем вот эту вот 1 на n внутрь, 1 на n, это просто матрица 1 на n, 1 на n, 1 на n. Что происходит, когда мы делаем эти звездочки? Мы берем как бы смесь. Да, это параметр смеси исходной матрицы. ДП это... Короче, даже плохая. Я только сейчас поняла, но это не я, так я назвала. Значит, это не ДП, это D умножить на P. Плюс 1 на D, 1 минус D на вот эту штуку. Это на N, O. Что это значит в контексте нашего с вами случайного среднего пользователя, который блуждает? С вероятностью D равно 0,85, он переходит на какое-то... в какое-то состояние, которое предписывает ему наши исходные. С вероятностью 1 на d, 1 минус d, он забивает на, то, что все, на все, что он там делал, устает и снова переходит на случайным образом на одну из страниц нашей сети. Угу. В какой-то момент с вероятностью 1 минус d он просто все свое блуждание прекращает и снова куда-то переходит. И снова начинает туда-сюда, там тусить. Вот так мы немножко поправляем.
Дальше мы тут написано. Получили статистическую матрицу. Давайте посмотрим, что у нас классическая матрица. Собственно, давайте даже не буду ничего писать. Нам нужно просто убедиться, что все элементы у нее отрицательные, так и есть, да? Потому что складываем отрицательные элементы матрицы P, управляем отрицательные 1 плюс D умножить на N, делить на N, да? Ну и сумма по срокам тоже у всех будет равна единице. Мы складываем, когда мы прибавляем к матрице P с DP. Когда мы складываем какие-то там строки в виде двух матриц, получается, мы вкладываем эту строку со строками 1 на n, 1 на n, 1 на d, здесь d. Сумма элементов в строке с кодом матрицы была единичка умножаем на d, ну и 1 на n, n раз, то единичку, мы складываем d с 1 минус d, получаем 1. Вот эта конструкция, это как бы мы хотим, у нас есть разложение, и мы типа искусственно так делаем или нужно, да? В точности, так делаем. Сейчас поймем как. Сейчас поймем, как она получается неразложимая. А, ну просто из любого состояния можно прийти в любое другое. Как раз из-за вот этого 1 минус d умножить на O от n, да? У нас в каждой строке нет нулевых элементов матрицы, пойти в эту звездочку. Соответственно, есть нулевая вероятность перейти вообще за один шаг из любого состояния в любое другое. Она точно у нас будет неразложима. А периодичность тоже просто. Я периодичный. Да. В себя за шаг. Да, в себя за шаг. Любое, собственно, снова из-за этого добавления O от N мы с нулевой вероятностью в себя за шаг снова придем. Значит, период точно равен. Короче, любое состояние точно периодично. Даже можно не то, чтобы одно проверить, а не все как бы в этом смысле равнозначны. Не стало этот ужас, короче, я рисовать вот, на картинке. Можете себе представить, да, из каждого состояния у нас, получается, во все другие вот так вот пойдут и в себя, пойдут еще стрелочки. Но я нарисовала. Так, для полноты картины какие-то страшные, короче, чисто получились. Мы ими не будем пользоваться, это не важно. Получили такую цепь. Она у нас точно, во-первых, является цепью Маркова, во-вторых, неразложима, в-третьих, апериодична. Можем посчитать стационарное распределение. Не будем сейчас это делать на доске, и я просто покажу, что у меня получилось. Получился такой график. Сейчас его объясню. Сейчас я объясню, собственно, что происходит. Все построение цепей и по смыслу. Мы начинаем с... Вообще говоря, ну, можно с любого начать положение, так как у нас вот это распределение состояния не будет зависеть от него. Я выхожу из всех... В начальный момент времени я нахожусь в любом из распределений, в любом состоянии с одинаковой вероятностью по 1/6. Это вот у меня вот эта вот точечка, 1/6. Дальше что я делаю? На следующем шаге, на первом, я можем попасть. Собственно, просто по построению. Мы знаем, что у нас Pn сходится в P. Я ищу как бы и итеративно. Каждый раз умножаю предыдущий шаг, распределение, которое получилось на предыдущем шаге, на матрицу P. И здесь это отображено. Собственно, по оси OX у меня итерация N, то есть вот на начальном времени было 0, потом была 1/6 для каждого состояния. Первый момент времени я умножила все эти состояния на P, вот эти числа, и получил это значение. Для меня это эта точка, для кого-то там еще вот это и так далее. На следующем шаге повторяю операцию, умножаю получившиеся вот эти вот значения как вектор на матрицу P, получаю вот это и так далее.
И вот так вот у меня видно, что со временем стабилизируется. Прошло совсем мало времени. Собственно, за 6 итераций уже что-то похоже. Похоже, что дальше ничего другого не будет. Можно находить стандартное распределение, да, решать просто уравнение, да, там вырезать какой-то E на P, там что-то. Но если матрица очень большая, а как вы догадываетесь, для всей сети интернет она очень большая, то обращаясь к очень большой матрице, так себе заняйте. И намного проще, в моем случае, наверное, нет, но просто хотела посмотреть. Намного проще именно итеративно найти вот эти стандартные распределения, там какое-нибудь поставить условие остановки, что оно стабилизировалось. Намного проще итерации найти. Можно так тоже. Просто решить определенные уравнения. Ну вот этим действием, когда меняем матрицу, да, в области, там, да, мы сильно меняем пиджак, то есть он сильно портится. То есть, ну, вначале у нас матрица бы полностью все в своем удовлетворяла, имела бы стационарное, ну, да, там понятно. Вы выбирали? Мы пробуем сильно спать. Давайте подумаем. Я не знаю. Ну, можно. Зависит от вот этого D, да? Наверное. На котором мы домножаем. Ну, по идее, чем он меньше, наверное, ой, чем он ближе к единице. Если бы расписать, попробовать сумму того и того. Да. На, да, каждый следующий P там будет вот такое истинное и вот это помеха. Да, она, конечно, изменится, не знаю, не считала первоначального поединка, потому что я только где-то кость читала. Можете для интереса прочитать, если вот, дам листочка. Можете какую-нибудь свою придумать цепь и посмотреть, сильно ли меняется параметр D. Вот, ну да, ясно, чем больше D единицы, тем меньше влияние потом впада, вот этого ON. Чем больше, тем мы как бы больше забиваем на то, что у нас было в первоначальном времени, в изначальной матрице, по стиде. И тем больше мы просто рандомно прыгаем по страницам, что нам, скорее всего, испортит пейджанс, то значит, что мы будем, скорее всего, одинаковые. Ну, мы еще от скорости не знаем, да, ничего. Нам видите, нам вообще не важно, про скорость скорости знать. А нам же надо оценить, ну, делать это Да, это мы не знаем. Ну вот, короче, сейчас еще будет один примерчик. Там у меня оно медленно садилось. Есть оценка скорости сходимости. С нами воспринимается цепь Маркова. Есть. Про это я ничего не знаю. Просто смотрела на картиночки, как получалось, так получалось. Какой один скорость сходимости? Корень 1 на корень 2? Ну, это точно 100% это есть. На самом деле, вроде бы сложно просто для основной итерации, чтобы сказать, что... Там же есть какие-то критерии, нет? Близкое распределение. Я вообще сдавала другой процент. За это ничего не могу. Может, кто-то есть посвежее и нам скажет, когда сравнивать итерационный процесс, когда мы там решаем славу. Открыть книжку Шарова. Открыть книжку Шарова и посмотреть. Я не знаю. Вообще, типа, это же чисто алгебрические, да, штуки? Ну, да, это... Понятно. Ага, где мы были? Вот. Понятно, что происходит. Сейчас будем понять. Вы уже увидите, что делать. Собственно, результат такой. Выиграла я. Как видите, не специально ничего не делала. Так получилось. Конечно, сколько сил сделала. Да. Ну, собственно, что я сделала? Сделала много исходящих слов. Но это как бы... как это сказать? Я это сделала только для того, чтобы чем-то мы отличались. Если бы я сделала столько же ссылок, сколько сделал Паша, наверное, это было бы одинаково вечера. Что еще можно сказать до того, как мы перейдем к следующему слайду? Что ясно, что... Ну, вот здесь у нас видно, да, получилось, типа, у меня 0,2. У Паши 0 тоже близко к 2, у МПС 0,22, но это еще не очень мало. Но представьте, что страница в интернете вообще море, ну, типа, там, миллиарды. И они будут отличаться, да, непонятно насколько. Сколько нет у компьютера, наверное, нулей. Ну, не знаю, как после нуля. Что делают, наверное, логарифмируют эту штуку. Как-нибудь. Я не знаю, если честно. Просто задумалась. Просто сказала вам, о чем я задумалась, а это я не знаю.
Ну и снова, да, сейчас мы будем обсуждать. И так как я буду рассказывать, сделать точно не получится, потому что это алгоритм 98-го года. И там уже накручено, навершено очень много всего. Сейчас он точно не такой. Там еще есть какие-то другие метрики. Возможно, они как-то учитывают ну, информацию, которая на странице. На самой странице содержится, а не только ссылки. Потому что если бы она была такой простой, все бы взяли бы и накрутили себе пиджанок. Но принцип вот такой. Что мы делаем дальше? Вы уже прочитали. Накручивать рейтинг. Такой простой алгоритм очень легко обмануть. Сейчас мы будем пытаться это сделать. Вспомним нашу первоначальную сеть. Вот такая она была. Как вы помните, PageRank был максимально у меня. Следом шел Паша, Дима и там вот эти все сайты. Дима любезно согласился быть сегодня злодеем. И он будет сегодня себе накручивать рейтинг. Метод, который я сегодня расскажу, называется Сибил Атак. Я брала это как он, потому что это смешно. Не знаю, как это переводится по-русски. В чем идея? Сейчас я вам нарисую, а потом это все еще будет на презентации. В чем идея? Во-первых, автоматически загляну. Это наш злодей, который решил пробить себе рейтинг. Во-первых, что он делает? Он удаляет все ссылки с себя на всех остальных. Ну, типа, все исходящие ссылки за страницы он удаляет, чтобы из-за того, что он сам большой, их других никого не поднимает в рейтинге. Удаляет все ссылки, все эти две ссылки. И что он делает? Он создает себе ферму клонов. Это страницы, может быть много, может быть немного, на которых они пустышки, на них ничего нет, только ссылки на Диму. Дима, извини, я буду, это будешь ты. И Дима, соответственно, делает ссылки на них. Ничего на них больше нет, вот они такие пустышки. Есть разные конфигурации, можно, например, им всем тоже друг на друга сослаться. Но где-то написано, я прочитала статью, я, наверное, потом просто выложу где-нибудь все, что нашла, на самом деле там очень просто написано. Это оптимальная конфигурация. То есть, если они начнут между собой еще ссылаться, они лучше не сделают. Вот, рейтинг они Диме таким образом победили. Ну и вот, он создает себе кучу клонов, таким образом поднимает себе рейтинг. Сколько нужно клонов, я не знаю. Про это тоже есть статьи. Как раз, собственно, одна статья или две, в которых я все нашла, просто суперски там все написано. Всякие тоже там и оценки сходимости, и сколько нужно их брать, чтобы что-то сделать. Сейчас просто посмотрим на примеры. Посмотрим на примеры. Собственно, то, что я нарисовала на доске, презентация выглядит так. Дима удалил ссылки на Пашу и на меня, и слал себе кучу клонов. Ну, давайте посмотрим, как выглядит, как изменится при этом матрица. Это вот наш поэт. Просто. Вот сейчас давайте это будет. Давайте, собственно, вот это получается так. Первый квадрат будет получать за исходную матрицу. P, синда, основной. И вот там, сколько у нас было? N, даже. А это будут все гимны клоны. Каждый. Собственно, что происходит? Первое, это мы удаляем все ссылки с гимнной страницы на всех остальных. Да? Значит, что мы делаем? Здесь у нас что-то есть, соответствующие строки. Первый. Там новенький появится, да? Ага, мы удалили все, ну вот здесь у нас какие-то были ссылки, да? Мы их все удалили, поэтому здесь все будет нулей. Вот, теперь не смотрим. Мы же говорим, если никуда не идет, то нет ссылок, то значит идем
куда угодно. Давайте мы преобразуем вот эту нашу ту самую последнюю матрицу. Не, не исходно, а вот эта вот, которая получилась вот здесь. Можно так? Наверное, так. Я что-то, кстати, не знаю, как мы делаем. Наверное, как Иван сказал, так мы и делаем. То есть мы сначала делаем вот это, а потом для этой сети прибавляем 1 минус d на n. Вообще, скорее всего. Я думаю, что да. Я сочканула и что-то не подумала и сделала, как сделала. То есть мы ту матрицу. Вообще, наверное, Иван прав. Мы сначала вот это все делаем, а потом делаем d. Связано. Да. Наверное, да. Мы и сделаем так, но вообще, наверное, Иван прав. И что мы делаем дальше? С исходной матрицей. У нас, получается, здесь пропали ссылочки. Ага, у нас пропали ссылочки. И добавились. Ага. И здесь вот пошли в один. Соответственно. Еще? Что еще делать? Ага, вот здесь вот у нас, получается, эти пять штук. И они все ссылаются. Просто на первого. Остальные нули. Ну и, видимо, все остальное, то, что мы здесь. Нули, да? Здесь ноль. Ноль. Просто, чтобы понять, как это все работает. Такая у нас получилась матрица. Наверное, теперь нужно сделать то, что сказал Иван, а именно умножить на d, прибавить 1 минус d на n, вот n. Получилось у меня следующая штука. А, мы как бы матрицы не создали. Вот такая красивая картинка у меня получилась. Тут уже все не так, не будет прекрасно. Чуть поболтались. Задавилась. Задавилась, но это еще ничего, видишь, k равно 5, там еще будет потом. Собственно, что получилось? Благодаря этим махинациям хитрым, Дима Пейджан поднялся аж до 0,387. Следующим кто у нас был? Следующим у нас были вот эти вот их клоны. Он вот один, потому что у них у всех одинаковые выступления, я просто их нарисовала. Видимо, как их избежать при выдаче, да? То есть у нас, получается, первым будет Дима, а потом будут эти непонятные сайты. Я думаю, что просто, допустим, на них не указывают никаких ключевых слов, и они просто никакую выдачу не будут входить. Просто будут Диме помогать. Ну и все остальные где-то болтаются. Дальше, что будет, если увеличить количество клонов? А, ну видите, здесь у меня получилось больше итераций. Я никак что-то не считала, просто поставила, давайте считать до 30. И вот он пришел. Там еще, наверное, можно, но понятно, что будет. И сделала 15 клонов. Что мы видим? Рейтинг поднялся, Димин, но чуть-чуть. Зато всех остальных еще меньше стало. Вот. То есть скорость сходимости, как вы можете заметить, не изменилась. Ну, либо все почти не изменилось. И вот пришел баг на 100, чтобы точно все задавить. Видимо, получилось 0,449. Всех остальных там сотые, тысячные. Ну, с увеличением количества клонов рейтинг увеличивается. Что у меня еще было? А, у меня были эти картиночки. Эти же картиночки, только большие. Не знаешь, почему эта траектория создана? Я не знаю, если честно. Я не знаю. Не знаю. Да. Ну, можно просто картиночки, типа... Вот можно приблизить, понятно, что они там, что происходит там в этом мире. В принципе, крошки. Вот, 0,05. Все остальные мышцы. Можно вопрос? Можно. Вот, по идее, мы же их когда-то просто видели. А, блин, да? Ничего не показывали. Ага. Это не цифры там, чисто, они единицы же должны быть, да?
Да, хорошее замечание, они не равны единице, это потому что здесь одной линии нарисованы 100 тонн. А, точно, я помню, я ничего не знаю. У них одинаковое расстояние, они, ну вот, видите, либо экран, либо доска. У них вот здесь вот, у них одинаковое вхождение в эту сеть вообще, они просто все связаны с Димой, и вот туда-сюда. У них одинаковые компоненты социального распределения, я их просто, чтобы не было ужаса, лучше, чтобы не было. Просто вот эта вот линия, которая здесь не видна, она была бы жирненькой, как бы много одинаковой траектории. Это хорошее замечание, да, так должно быть. Но опять же повторюсь, я не делала этих махинаций, которые сказала Иван, что нужно сделать, наверное, было бы что-нибудь типа того. Потому что всего, ну, с вероятностью сколько? 0,15 мы перепрыгиваем на размер. Кстати, вот про эту штуку. Про вот эту формулу. Что хочу сказать. То, что в статье, где описан этот алгоритм атаки, сказано, что с такими атаками можно бороться, увеличивая D как раз. Вот этот вот параметр смеси. Получается, чем больше у нас D, тем меньше вот вклад вот этого действия, что мы переходим один и только вот туда-сюда. Потому что мы можем как бы из этого порочного круга выбраться просто случайным образом, перейдя по вероятностью 1 минус D в любую другую страницу. Если D очень большое, то у нас почти нет этого вклада. Но с другой стороны, тогда и просто как бы топология всей сети, не только того, что мы пропустили, она тоже ослабевает, и мы скорее просто туда-сюда случайно пускаем. Вот. Все. Вопросы, комментарии? Да, по поводу сходимости. Для конечных цепей, апериодичных и неразложимых, сходимость экспоненциальная. Но как этот факт поможет нам написать момент остановки? Мне кажется, это просто проще алгебрически подойти к этому вопросу, нет? Типа там посчитать как это, перевязку. Да. Так вы так радостно пиваете, а я такая... Перевязка. Что это? Вот. Можно ли вернуться на картинку с графом? Сеним? Самый первый, пока еще не было накруток. Ну да, вот здесь. У нас получается Паша и Дима вообще одинаковые. Паша еще ссылается на паблик.ВК. Ну, хорошо, на них ссылаются одни и те же личности. Ну, в плане. Да. Почему Марина выиграла? Я задавалась вопросом, типа, вообще по построению, да, должно влиять не то, куда мы ссылаемся, а то, кто на нас ссылается. Не знаю. Я тоже удивилась. Не получается, если мы вот по такой модели работаем, то чем больше ссылок делает сайт, тем меньше каждая его ссылка дает авторитета. Ну, потому что да, получается, третий ссылается больше на кого, и вклад для каждого из них от этого меньше становится. Мы будем это... Добавление ссылок не увеличивает тебя, но уменьшает, занижает все остальное. Да. Ну, вот это хорошее объяснение. Ну, так я должен это работать. Временно с тобой Я и говорю, что... Ну, в общем... Реально, в статье, если вы просто погуглите по Agile Markov Chain, это все там описано, еще не только в моей презентации, но еще и в 20 и других, также куча статей. Вот так это строится. Ну, похоже, поэтому, когда накручиваешь, не нужно много ссылок друг на друга, потому что уменьшится вес каждой из них и вклад. Да, хорошее замечание. Я согласна. Вот. Ну, как я сказала, из того, что это все просто взломать каким-нибудь образом, так уже не делали. Я думаю, что так изначально не делали.
Вот. Не, накрутки такие. Есть куча разных. Ну, значит, на сихой рассказывал. Я прослушала. Это единственное, что я слушала. Это единственное, что я слушала тоже, но, по-моему, я вообще не помню туда. Да, и если начать гуглить атаки на PageRank, то там целое море статей всяких разных других, видимо, уже более современных, которые с более современными типами модели работают. Но проблема в том, что никто не знает, как действительно сработает PageRank. Если бы вы знали, то быстренько бы взломали и все свои сайты сделали бы первыми. Вот. Работают ли остальные поисковики так? Поисковики так же, ну, наверное, да. Не так же, в смысле, ну, посхоже. Посхоже с посольствами. Ну вот, я понимаю, что именно костяк того PageRank, который современный, он вот какой-то. Вот, еще вопросы? Комментарии, замечания? Если нет, то все, спасибо. Спасибо.